Эфир, вам приходило уведомление, то что я вышел в прямой эфир? Глебасик, привет. Я тебе только хотел написать. Ты что-то, я смотрю, походу вернулся, да? И возвращать ты что-то не стал, говнюк. Всем привет, нет ничего не было. Да, в прошлый раз просто мне заблокировали прямой эфир в связи с тем, что... Дань, ты не за рулем? За рулем. Что мне играла музыка, якобы авторские права, все дела. Я тебе сейчас, Глебатик, напишу, выйду с эфира, напишу тебе. Таня, разлюбилась, рад свободно. Ну, конечно. Да, ребятки, вы бы мне через 10 лет сейчас спросили бы об этом. Конечно. Да, мне пришло уведомление, слава богу. Турист, точнее. Russian турист. Холодно, пипец. Стики ужасные еще. Клубничные, блядь. Такие беспонтовые, невкусные, вонючие. Куда поехал? На тренировку. Потом мне нужно еще в Леруа заехать, взять коробки. И вечером буду снимать кино. Ночью, точнее. Ну как кино, блядь. Мне задали на учебе отснять ролик про одиночество. Одиночество, блядь. Я одинок. Одинокий. Честно сказать, мне иногда кажется, я схожу с ума. Я живу один, все делаю один, ни с кем не вижусь, ни с кем не общаюсь. И мне иногда даже не по себе, я ловлю себя на мысли, что я разговариваю сам с собой, и это не в прямом эфире. Я хожу по квартире и общаюсь сам с собой. А когда мне звонят какие-то ребята и хотят увидеться, либо приехать ко мне в гости, я ни с кем не хочу видеться. Хотелось бы тебя видеть на экране. Увидите? Конечно, увидите. Вот, да. Типа, в точку попали. Ты будешь... Ну нет, не в точку попали, шучу. Там у всех задание снять ролик про одиночество. Без слов показать, что ты одинок. А что с Юлей у вас? Ничего. Она, по-моему, на меня обиделась. Я пишу, и она мне не отвечает. Что за депрессия? Да я шучу, нет никакой депрессии. Ребятки, у меня прогрелась машина. Мне нужно выкатывать. Катя, X-рист. Катюшка, я тоже одинока. Можем объединить наше одиночество. Да вот если бы я хотел бы объединять с кем-то одиночество, то, может быть, можно было бы. А что-то я и не особо-то хочу объединяться с кем-то. Мне типа одному хоть как заебись. Таня хочет тебя вернуть. Да, вы что, правда так думаете? Но нет, не вернуть меня. Меня не вернуть, не вернуть, не вернуть. А, как под санкциями. Слушай, хорошо, хорошо, под санкциями. Так, ребятки, надо, короче, лететь. Всем рад. Всех обнял, поехала тренироваться, потом еще куча-куча дел. Вот, хорошего всего вам. Не скучайте, не грустите. Все будет. И доллар немножечко подспадет. И кока-колку с Макдональдсом привезут. Все будет нормально. Вот, а я пошел. Пошел заниматься. А потом про одиночество снимать ролик. Пока. А без мата нельзя. Без мата, а я что, матерился, что ли? Я уже так матерюсь, что даже не замечаю, что я матерюсь. Все, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. До свидания.